Сегодня в Серпухове прошла вахта памяти. Юноармейские отряды школьников заступили на дежурство у памятника воинской славы города. Почетные караулы встречали ветеранов войны, тружеников тыла, руководство города и представителей общественных организаций. Утром делегация посетила мемориалы в микрорайоне имени Нагина, на улице Крюкова, площади 49-й армии и братскую могилу на Ивановском кладбище. Кажется порой, что солдаты с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белые журавли. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально замолкает, глядя в небеса. Водрузили знамя над Берлином, и мы счастливы. И сейчас говорим молодежи. Дорогая молодежь, наша серпуховская молодежь, помните, как тяжело нам было, мы выстояли. И эту победу мы принесли вам с большой честью. Весь маршрут делегацию сопровождали серпуховские байкеры, члены клуба «Ночные волки», одетые в форму солдат-мотоциклистов времен войны. А впереди колонны с копией Знамени Победы ехал наш знаменитый земляк, боксер Федор Чудинов. Уважайте старших, уважайте то, к чему стремились те люди, которые воевали на войне, ветераны.